В области продолжается уборочная страда. В Шустском районе она идет полным ходом. Задействовано здесь 90 комбайнов, а все 20 зерновых таков готовы к приему нового урожая. Средняя урожайность озимой пшеницы и ярового ячменя составляет 20 центнеров с гектара. Работа в эти дни кипит и на полях крестьянского хозяйства «Нур-2000», что в селе Кунаево Шустского района. По словам руководителя хозяйства, 150 тонн продукции они планируют оставить на зерновых таках, остальное реализовать местным крестьянам. В 2015 году у Казахстанского научно-исследовательского института растениеводства и земледелия мы взяли 5 тонн зерна озимой пшеницы, стекловидная, 24 и Р2, и посеяли. И в прошлом году собрали 50 тонн продукции суперэлита. Таким образом, осенью прошлого года эту продукцию мы посеяли на 100 гектарах земли, и в текущем году планируем уже собрать 250 тонн. В целом по району зерновые колосовые засеяны на площади более 100 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом это больше на 10 тысяч. Крестьяне до конца сезона планируют собрать урожай с оставшихся 30 тысяч. Это более 13 тысяч озимой пшеницы, более 15 тысяч ярового ячменя. С 9 июля в районе начался сбор урожая колосовых культур. Вначале собираем ячмень, далее пшеницу. Можно с уверенностью сказать, что мы полностью готовы к уборке. Обеспечены всеми необходимыми единицами спецтехники. Крестьянское хозяйство «Нур-2000» летом, как правило, занято растениеводством, а в зимний период акцент делается на животноводство, где насчитывается около 400 голов крупного рогатого скота. Так что местное население работой обеспечено круглый год. Куляш Умурзакова, Мадияр Серик, Жумахан Тлеулы, 77 News.